Первое. То есть, вот, к примеру, допустим, у нас контроль. Вот, очень неплохо развивается. На новом грунте. Не смотрите, что есть внесено, это листовые подкормки, ни на что не влияют. Вот, то есть экземпляр отлично развивается. И мы смотрим, к примеру, продукт, который, допустим, мы в этот продукт добавили, к примеру, добавим 10 грамм удобрения. Что мы видим? Более насыщенный свет, да, то есть ему азота точно хватает, да, то есть он нормально тащит. Преимущество есть, ну сколько процентов, наверное, 30. Именно по вегетации сейчас, да, то есть как бы все хорошо. Дальше. Мы берем этого же удобрения и увеличиваем дозу в 2 раза. 20 грамм. И смотрите, что мы видим, что... Вот, 10 грамм. Да, 10 грамм. И 20 грамм. Вот, то есть контроль 10 и 20, да? То есть дозировка не должна превышаться. Передозировка у нас возникает уже чувствительность к листу, занижение. То есть это очень важно. Поехали дальше. Но смотрите, забыл еще показать. Смотрите, к примеру, допустим. Здесь также посмотрим. Сейчас. Возьмем какую-нибудь. Так, основку. Это другой вид удобрения, но это уже самая последняя наша версия. Всего лишь 2,5 грамма. Это вот на это, 2,5 грамма. Да. Это контроль. Да, это контроль. 2,5 грамма показывает результат. То есть все спрашивают, как пользоваться Organic Mix дома. Это пол чайной ложки без верх. Мы рассматриваем, допустим, нашу пересадку. Первое, что мы оцениваем, это корневую часть. Корень должен быть максимально заплетен и снизу. Корни должны быть готовы к тому, чтобы укореняться. Это вот удобрение для пересадки, да? Да. Mm-hmm. Вот одна из самых важных стадий, когда мы пересаживаем дальше. Когда произошло полностью заплетение. Вот такая корневая система, как бы, это готова полностью к тому, чтобы ее внести в почву, в грунт и кормить. Эталонные, прямо эталонные саженцы. Да. То есть здесь мы смотрим 5 грамм. Вот смотрите, а 10 грамм уже поменьше. Смотрите даже корневую систему. И корневая меньше. Да, то есть передозировка не нужна. То есть хорошее удобрение, у хорошего удобрения есть хорошая доза внесения. Вот, поэтому 2,5-3 грамма вполне достаточно. Максимально 5 грамм на литр, не на одно растение. Если будет пол-литровый стаканчик, то нужно будет пол дозы.